Сегодня у нас, ребята, после всех наших поездок в горы, день тюлень. Ничего не охота делать, сил нет. Вот максимум, на что хватает, это покупаться. Покупались на пляже, теперь едем купаться на море. Покупались в бассейне, теперь едем на море поплавать. Ребенок, расскажи нам, как тебе отдыхается. Класс. Что ты делаешь? Пока что я сошу людей. Нет, что ты в течение дня делаешь? Ну, играю на телефоне, играю в ноутбуке, немного рисую. И все? Немного кубок ковыряю, плаваю в бассейне с мамой собой. А погромче? Нет. А сейчас мы куда едем? На пляж. Что, будем закат смотреть? Угу. Купаться будем? Ну ладно, посмотрим. Естественно. Нравится мне эта наша дорожка красивая с цветочками на пляж. Но только что она пованивает, да. Тут речка, говнотечка пахучая. Зато красиво. Заросли, цветочки. После наших таких поездок и купаний сил вообще ни на что не остается, честно говоря. У меня были там еще идеи, что я буду ходить в тренажерный зал там иногда хотя бы в течение месяца. Но в итоге даже после бассейна, когда там несколько раз по длинной стороне бассейн переплывешь, уже ничего не хочется. Поэтому только купаться, и все, больше сил ни на что нет. Сейчас уже еле ползу после бассейна на пляж. Тут всегда так красиво, что хочется сходить еще один закат посмотреть и разочек искупаться. Потому что видите, какая красота впереди, какой свет божественный, закатный. Пока мы здесь, надо по максимуму все это посмотреть, порадоваться. Потом нас ждет год мрака, холода и сырости. Если чисто формально по календарю, то полгода. Но если фактически, то до следующего такого же отпуска, когда мы опять приедем куда-нибудь сюда. А как же лето? Да, у нас лето такое себе, Жень. Ну, не как здесь, согласись. Пошли в конец. Лето у нас не такое, поэтому что сравнивать-то? И так у нас нигде нормально не покупаешься и не поплаваешь, как здесь. Да? Это самый конец, да. Поэтому, по сути, этот месяц отрыва, и потом возвращаемся в тлен питерский. Садимся за обработку и примерно полгода сидим, не вставая, а потом уже будем другие дела. В октябре 5 или 6 свадьб. Ну, еще свадьбы будут, да, но уже поменьше, естественно, чем летом. Там по минимуму берем. Вот. И полгода сидим за компами, не вставая, чтобы все быстрее отдать всем и освободиться к следующему уже сезону. А там опять надо делать рекламу, опять созвоны, встречи, заказы и так далее. А там уже и лето следующее. Так вот все быстро и летит. Поэтому пока мы здесь, надо заноздрить все, всю вот эту красоту по максимуму. Вот, поэтому... Белеет пара фото. Да. Пошли на пляж, пупс. Блин, мы аквасоки не взяли, короче. Аквасоки. Сейчас займем шезлонги. Пойдем купаться. Все, программа максимум на сегодня выполнена. Заплыв закатный, прекрасный, осуществлен в теплой морской водичке. Освежились. Сейчас поедем домой. Завтра у нас еще один такой же день тюлень. Будем только купаться, загорать. И на послезавтра я уже забронировал автомобиль.
Рено Дастер новенький, который нас помчит в каньон Тазы. Там мы проведем съемочку сначала в Эспиндос, по пути заедем, потом поедем в Тазы, там пофоткаемся и домой. Дорога там очень долгая, отсюда ехать, я думаю, там чуть ли не по 4 часа. Навигатор, конечно, пишет где-то около 2, но это в его идеальном мире с постоянной скоростью. А учитывая, что там серпантины, постоянно приходится тормозить или ехать в гору, то на самом деле все намного дольше. Вот. Такие у нас планы грандиозные. И будет еще одна большая длительная поездка. Мы выдвинемся отсюда в сторону Мерсина. Там есть еще неисследованная нами огромная пещера. Вроде сказали, не очень глубокая, но большая в объеме. А это на краю Газипаши. И дальше за Газипашу поедем, там посмотрим один город древний, значит, древний город, руины. Там тоже амфитеатр, все дела. И чуть дальше проедем, там есть полностью целая крепость. Я сейчас не скажу, как местность называется. В общем, выдвинемся туда. Это тоже на весь день, там 2 часа ехать примерно в одну сторону, но тут точно 2, потому что по трассе, по прямой, уже без гор. И это будет, наверное, последняя наша такая большая вылазка на машине куда-то там по горам или еще что-то в таком духе. А оставшиеся дни, у нас где-то еще 1-1.5 недели осталось, мы будем уже здесь, на пляже, в бассейне, и просто гулять, наслаждаться жизнью. В такой красоте можно сидеть бесконечно долго, конечно, но, к сожалению, надо будет скоро... Как скоро? У некоторых весь отпуск только длится. А для нас это уже мало, то, что у нас осталось там дней 10 примерно. Мы бы еще на месяц остались, но пока нет такой возможности, потому что пупса надо везти в школу. Пойдем, пупсик, переодеваться. Конечно, холодная. Thank you.